Мы вновь на экранах твоего телевизора, друзья. Полуфинал, первый полуфинал можно считать официально открытым. Аплодисменты. Именно с этих слов началась большая трехчасовая съемка первого полуфинала. В нем приняли участие представители категории «Дети» и «Мастерс». Это 20 вокалистов. На этот раз съемки программы прошли в большом зале, поэтому и сам полуфинал состоялся в обновленном формате в виде концерта. За неделю до съемок программы Венера Куркова жаловалась нашей съемочной группе, что та композиция, которую она выбрала для полуфинала, ей немного надоела, и в своих силах она не уверена. Но в день выступления Венера поразила и жюри, и зрителей отличным вокалом, и как награда ей досталась путевка в финал нашего телепроекта. Сегодня я прошла финал. И каковы твои, вот, когда ты узнал первую твою мысль о том, что ты прошла, первая твоя мысль какая была? Ну, если честно, я не ожидала, что я пройду в финал. Это было для меня шоком. Кто составит компанию Венере в финале, зрители НТР смогут увидеть в эфире нашего телеканала. Впереди вас ждет два выпуска полуфинальной стадии среди участников категории «Дети», первый из которых появится на экранах уже в следующую пятницу, 30 октября. Кстати, еще одного вокалиста среди детей в финал добрали зрители прямо во время съемок. В зале прошло голосование. Среди выбывших участников выбрали лучшего, он и прошел финал. То же самое было и в категории «Мастерс». Это своеобразная изюминка нынешнего третьего сезона. «Мастерс» — это самая малочисленная, но не менее интересная категория. Борьба здесь шла нешуточная. Несмотря на опыт, некоторые участники все же волновались, выступая на большой сцене. Сложнее на сцене петь, потому что это сценический образ. Это надо, кроме того, как вложить образ в саму песню, подать себя на сцене, и зрителей больше, и волнений больше, соответственно. То есть это, я считаю, что это хороший шаг, хорошая задумка была вот эта. Жюри определило финалистов, кто-то наш телепроект покинул в почетном ранге полуфиналиста «Звезды караоке». Нам с вами остается лишь дождаться записей программ в эфире НТР. Как говорится, песенки спеты, но еще не все. Уже в эти выходные пройдут съемки второго полуфинала среди любителей и профессионалов. Концерт состоится в Доме культуры на Красном Ключе в 15:00. Ждем всех желающих. Вход свободный. Вадим Струминский, Евгений Лузаев, Рафаэль Ракипов, новости НТР.